Добрый день! Сегодня чаечка. Вокер? Да, смотрите, уже кидали мегабасовского X-Dog, Андрей кидал. Ну, трава шикарная. Ну, чё бы рыбе не клевать, но, видимо, мы поздно приехали, как всегда, днем. В это время рыба, как известно, не всегда активна. В основном вообще не активна. Сейчас упаковываю. Сейчас, да, болезонга. Поппер его такого. Бомбить сейчас будем. Там уже поводок у него там. Ну, я уже. В общем, мы что поймали? Поймали пару небольших окуней. Одного вон на орбита Андрюха поймал. Я поймал на отводной. И была у меня поклевка на джиг, на вот эту вот замечательную резинку. Опять скажет, что только на Савамуру ловит. Ну да, как бы подделка под Савамуру, но на самом деле это резина фирмы Мистик. То есть видно, вот она порезанная впереди. Маленько я подержал щучку, и она ушла. Как-то так. Да, очень красивый. Мне кажется, он 16 грамм весом, да. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Буду. В общем, маленько покидаем, перейдем на какую-нибудь другую точку. Пока так. Тихо, спокойно. Погода сегодня сжалилась над нами. Ну, пока сжалилась. Тучки, облачка, ну, вроде не более. Ничего не видно, да? Я вижу очка. Большие? Вот, в общем, мы подплываем к мосту, тихо, мирно, с плавом. Количество пойманной рыбы не увеличилось. Вот Игорь, ямка, миляк. Ну, как-то так. Сейчас мы пройдем под мостом. Все ради мечты Андрея пройти под мостом. На моторе. На моторе, да. Вообще, действительно, с этого ракурса наша набережная смотрится весьма и весьма плачевно. Некрашенные плиты, наросшие все. Да ладно, вот издалека вообще неплохо. Там, если, да, совсем зайти на нее, тогда да. Вот если бы они покрасили бы после схода, было бы прям вообще ладно. Тянет. Кто-нибудь видел когда-нибудь мост снизу? Наверное, много кто видел. Да как раз немного. Если взять всех людей, то их будет немного. Да. А мы вот сейчас под ним находимся. Вот, смотрите, я говорю, завихрение, вон там воды обратно. Оп! А мы за воблерочек бросим. А там выход, походу. А, там свал. За это. За опорой. Да не знаю. Прикольно. Одно из мест, где мало кто бывал. Андрюха фотается. Ну, решили причалить к быку. Приманку мою спасали. Почему бы и нет? Вполне можно ходить. Крутяк. Надо же снять второй мост. Я бы здесь переболел, там. Да. А? Конечно. О, мегабаз с углублением 3 с плюсом. Не помог. Ничего не это, не поймали, ну не оторвали, слава богу. Не поймали, но и не оторвали. Там грязная речка впадает, плохая, маленькая, ну и... Ну там грязная речка впадает. Есть там маленький ручеек, только втекает с завода сюда. Просто крутяк.
В общем, кто не знал, есть на Томи такое место недалеко от города, как видно. Сброс идет теплой воды с отстойника. Мы вышли тут отдохнуть с Андреем, походить, ноги размять. Посмотрим. Вроде как... Только что поклевочка была, да, зацепка поймал. Но не выйдет. Сошел окунек. Это хорошее было, прям секцион дал. Не знаю, хорошо. Вот так вот. Такой пятачок у нас мелководненький. Ну, пойду сам сброс сниму. Он фигачит. Сейчас половим здесь. О, солидная ветка. Туру-туру. Завели нашего верного гладиатора. Ну, сейчас пойдем пройдемся куда-нибудь. Не знаю. Где-нибудь постоим. Нас сейчас на меляк вынесет. Держись. Держусь. Пойдем. Погодка хороша. Причал. Идем потихоньку, потому что фарватера толком не знаем здесь. Сейчас будем проходить.